Bugungi kunda Huawei kompaniyasi haqida eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Kompaniyaning vazifasi intellektual dunyo yaratish uchun barchani raqamli texnologiya bilan ta'minlash. Huawei'ning O'zbekistondagi ofisi 20 yil avval MDH davlatlari orasida ikkinchi bo'lib ochildi. Avvaliga biz telefon stansiyalari uchun kommutatsiya uskunalarini yetkazib berardik. Keyinchalik esa mobil texnologiyalarni asosiy yetkazib beruvchilarga aylandik. Hozirgi kunda esa biz barcha mahalliy aloqa operatorlari va korporativ segment vakillari bilan hamkorlikda ish yuritmoqdamiz. Biz bundan keyin ham mahalliy AKT bozorini rivojlantirib va unga innovatsion yechimlar, shu jumladan bulutli texnologiyalar, 5G, sun'iy intellekt asosidagi yechimlarni taklif qilishni davom etamiz. Ishonchimiz komilki, ilg'or texnologiyalar raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga va aholining hayot tarzi yaxshilanishiga olib keladi. Raqamli xizmatlar har bir inson, xonadon va korxona uchun xizmat qilishi kerak. Интересно вспоминать ранние годы работы Huawei в Узбекистане. Сейчас это довольно сложный механизм, где взаимодействуют все отделы через специальные системы, где налажен цифровой подход к любому проекту. А раньше, когда офис был небольшим, сотрудники выполняли сразу несколько функций. Инженеры днем выезжали на сайты, управляли проектами, а по возвращению в офис составляли квотации, продумывали маркетинговые стратегии, выполняя также функцию административного персонала. По росту и развитию нашей компании Huawei можно напрямую сопоставить развитие связи в Узбекистане. Конечно, самым значимым были моменты тестирования новых технологий нового поколения. Так сделано тестирование технологий 3G, 4G и уже с сетями 5G в 2019 году. С самых первых лет сотрудничества наша компания, мы постарались наладить доверительные отношения с нашим клиентом, предлагая самые передовые технические решения и оборудование. Одной из ключевых ценностей нашей компании является ориентированность на потребности клиента и всех конечных пользователей. На этом построен весь бизнес нашей компании Huawei. Нести благо, ценности для людей посредством внедрения передовых технологий на базе сетей оператора связи. И так будет всегда. На сегодняшний день Узбекистан становится на пути цифровой трансформации. Huawei готов делиться своим опытом, сообщаться со своими партнерами. И для этого мы создаем ряд форумов, организуем мероприятия, выставки, а также приглашаем наших партнеров и клиентов в штаб-квартиру, где мы делимся нашим опытом, новыми трендами данного рынка, а также обсуждаем проблемы, которые мешают либо являются барьером осуществлению цифровой трансформации. На глобальном уровне ежегодно компания Huawei публикует свой отчет об устойчивом развитии. И компания Huawei в Узбекистане не исключение. В 2018 году компания Huawei на сетях местного оператора связи реализовала проект, который называется Rural Star. Данный проект осуществлен в Сурхандаринской области и представляет собой установление специальной базовой станции, которая возможно покрыть небольшой поселок. В 2020 году компания Huawei выступила с инициативой Green Uzbekistan. Под этой инициативой мы присоединились к проекту по озеленению дна Аральского моря, который был объявлен программой развития ООН. Huawei bugungi kunda ertani o'ylab ish tutadi. Loyihalar ko'lami ham hayratlanarli. Shu tariqa Huawei kompaniyasi Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti bilan birgalikda agrar sohada intellektual tizimlarni joriy etish bo'yicha tajriba loyihasini amalga oshirdi. Shuningdek, Huawei maktab va litseylarda masofaviy ta'lim tizimlarini joriy etish, sinf xonalarini raqamlashtirishga ham katta e'tibor qaratmoqda. Bu yil mobil axborot kommunikatsiya texnologiyalari akademiyasi loyihasi ishga tushdi va tez orada Huawei butun respublikani eng ilg'or bilimlar bilan qamrab oladi degan umiddamiz. Seeds for the Future loyihasi O'zbekistonda 7 yildan beri o'tkazib kelinadi. Butun dunyoning 500 ta universitetidan bo'lgan 9 ming ta talabalar uning ishtirokchisi bo'ldilar. В 2017 году участники Seeds for the Future «Ростки будущего» из Узбекистана были приглашены участвовать в форуме «Один пояс, один путь». Тем самым они представили проект перед главами 30 государств. Компания Huawei уделяет большое значение и внимание профессиональному росту своих сотрудников, начиная с момента приема студентов на стажировку, заканчивая специализированными курсами для каждого сотрудника. У нашей компании имеется свой собственный университет, на базе которого организуются
Курсы как офлайн, так и в онлайн-формате, которые помогают улучшить и укрепить знания наших сотрудников. Узбекистан ценит и хранит свою историю и культуру в таких древних городах, как Самарканд, Бухара и Хива. Это волшебная страна. Чем дольше здесь живешь, тем больше влюбляешься в нее. Меня удивляет дальновидность государственных руководителей и их решительность в постоянных инвестициях в такие стратегические направления, как телекоммуникация, что является драйвером развития современной экономики и цифрового общества. Барча мюджозларымызге, истимолчыларге, хамкорларымызге, шуниндек, ходымларге ва уларнинг ойлаларге, Узбекистандаги барча ишларымызна қоллап қуатлагенлар учон миннатдорчилик билдираман. Ва барчага соғлык ва чексиз муваффақиятлар тилайман. Hayot bu doimiy harakat va doimiy rivojlanishdir. Atrofimizni o'zgartirib, tabiat bizga evolyutsion o'sish modelini berdi. Yangi hududlarni o'zlashtirish orqali biz kelajakka oshiqamiz. Kelajak avlodlari uchun uni ideal uyga aylantirishga harakat qilamiz.